Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в Guns and Zombies. Игрушка в жанре 3D-шутер, посоветовал мне ее подписчик Андреев Дмитрий, за что ему огромное спасибо. Я немножко ее попробовал, попробовал. Зашел на 3 минуты и понял, что надо сразу записывать. Как я уже сказал, игрушка в жанре 3D-шутер, похожа на Alien Shooter, всеми известная. Ну что ж, давайте-ка приступим. Так, ну тут создадим нового. На выбор у нас есть три класса. Воин, механик и медик. У каждого есть свои преимущества и свои недостатки. Устойчивость к урону, но ограниченный при этом выбор турелей. У механика у нас все турели доступны, дополнительные энергоблоки, но только одна способность. У воина их несколько. У медик быстро бегает, несколько способностей, но при этом использует только турели поддержки. Выберем воина в очередной раз, как я уже это делал. Назову тебя Лагом. Почему бы и нет? Будущее вошло в нашу жизнь стремительно. Сначала люди научились заменять потерянные конечности их искусственными аналогами. Потом наноимпланты, вживленные непосредственно в мозг человека, многократно усилили реакцию, восприятие и память. Сотовые телефоны исчезли из-за отсутствия необходимости в них, так как соединение проходило напрямую через нейрочип. Казалось, что миллионы наномашин, незаметно работающих в теле почти каждого человека, скоро откроют путь к бессмертию. Но пришла катастрофа. Пару дней назад город был спокоен, и мысли о том, что может случиться, не возникали в умах. Сначала это выглядело как обычный грипп. Кашель, тошнота, бледное лицо. Но то, что произошло дальше... Мир, который мы знали, исчез навсегда. В считанные часы немногие выжили. Собственно, завязка. Завязка неплохого зомби-шутера. Управление ВСД. Стрельба мышкой. Вот так вот, собственно, и происходят местные баталии. Первая волна. Ну, это изи. Я-то парень вроде как прохаванный, нет? Вам меня так-то просто не догнать? Чё, всё? Ну, судя по всему, всё. Вот, собственно, крыша отеля пройдена. В игре есть довольно большое количество ачивок. Убейте 100 зомби. Ну, не знаю. Наверное, этого я просто в этой миссии сделать не мог. Ну хорошо, идем дальше. Убейте 7 громил, убейте 30 врагов ударами, найдите все обломки. Хард. Монстров становилось все больше и больше. Моя первая встреча с ними окончилась победой. Но теперь мне ясна одна странная вещь. Безопасного места в городе нет. Если я хочу выжить, я должен спускаться на улицы и бежать. Армия пыталась остановить беспорядки, но этой ночью они все превратились в монстров. И теперь толпы бронированных зомби бродят по улицам. Прекрасно. По улицам города. Надеюсь, только они. Я видел силуэт в тумане. Что-то огромное. Больше, чем любого человека. Я думаю, это будет опасно. Еще я так как-то не подумав поставил там хард. Ну, не будем об этом. Первый подарок. Вижу дробовик возле полицейского. Угу. Я же забыл. Нет. Ладно, я молодец. Thank you.
Чё такое-то? Паника. Чё-то вас как-то дохера, нет? В меру сил своих одарований будем как-то их разводить, что ли? Япона, мать! Что-то у вас многовато. Может, погорячился я с хардом, нет? Хотя нет, они меня еле цепляют. Как мне их достать? А, понял. Беркута, беркута. Амон нахуй. Так, ну первая волна закончилась, но дальше ж будет. Дальше ж будет веселее. Мансы. Дикие мансы. Так даже как-то веселее. Просто вот так вот идешь и отстреливаешь. Нет. Надо их подпускать поближе. Оп. А можно их заставить убивать друг друга. Интересно. Ау! Они меня бьют. Это чё такое? Откуда? Вас же не должно было столько тут быть. Вы чё, наспавнили, что ли? Нечестно. Эу. Ладно, пойду бабки заберу хоть. Не успел. Ладно. Нифига себе. Ну, тут весело, в принципе, мансовать надо было. Но я себе поставил уровень сложности полегче, было бы все, соответственно, полегче. Но не будем. Бейте 20 врагов взрывами камикадзе. Прелестно. Не получите урона от взрывов камикадзе. Прелестно. Не дайте разрушить турели. Че, веселишься, да, сволочь? Ага, то есть один из видов еще сложности закрыт. Есть еще ад. Ладно, давайте попробуем. Эти громилы настолько же тупы, насколько и сильны. Но все же здесь более опасно, чем я думал. В любом случае, осталось еще пара километров до выхода. Я бежал, пока не услышал выстрелы. Доносившиеся со стройки не так далеко от меня. Я все еще надеюсь на то, что люди умеют стрелять. А, на то, что только люди умеют стрелять. Простите, у меня уже поздно, я поэтому и заговариваюсь.
Да, когда я дошел до этого места, тут не было людей. И что это? Турели убивают толпы мертвецов. Где люди, которые управляют ими? Надеюсь, они еще живы. О, даже аптечка есть, охереть. Где турели-то? А вот. Нет, турели явно будут уничтожены. Это чё, обилка? Чтобы использовать способность. Не хочу. Не буду. Ага, то есть 4 волны теперь будет. А, веселуха. О! Хорошая битка. Они развалили одну турель. Но это было не особо сложно. Ну что же вы? Что же вы? Неужели вы еще что-то можете? Давайте! Давайте, псы позорные! Оп! 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 Сволочь! Оп, я сказал! А, вот там еще толпа. Ну, пойдем на агрим. Еще ту толпу. Бинго. С этой стороны прутся. Да со всех сторон прутся. Чё он? Пёс. Давай стреляй. Ох, там нормальная тема вообще пошла. Что вы, пёсики? Давайте, блин, я вас всех отстреляю сейчас. Оп, мимо. О, блядь. Вроде не пострадал. Ух ты, чё, они меня в угол загоняют. Япона мать, посмотрите, сколько там их собралось-то. Ребятушки, ребятушки, не надо вот этого вот, а? Ну не надо.
Япона мать. Жалко, что постоянно наведенного прицела нет. Ну ладно. Кто там еще остался? И прыжка нет. Ну ладно. Не страшно. Так давайте как шатнемся по карте, пока тут не надо ничего делать. То есть пока на нас толпы врагов не ломятся. Молчите, Ги. Так, вот там они сидят, ну и пускай сидят. Сейчас пробежимся еще по карте. Там же ж какие-то фрагменты еще, по идее, надо было найти. Но нет, тут ничего нет. Может, вот это оно? Херей, там что еще, можно наверх подняться? Нет. Но... Такая, знаете, многоходовка была бы тут, ну... Хотя вполне бы была бы уместна, я думаю. То есть такая вот платформенность еще к этому всему. Но ладно, ладно. Все-таки это до чертиков весело. Все? Тю, изи. Ну, изи же ж. А, не получите урона от взрыва камикадзе. Так и получилось. А, не дайте разрушить. Не понял. Так я выполнил его или не выполнил? По идее, когда подсвечивается, значит выполнил. Но турели-то разрушили. Хер его знает. Ладно, давайте-ка еще один уровень. Так, убейте 40 пси-воинов. Убейте 15 врагов, защищенными пси-воинами. Не наступайте ни на одну кислотную лужу. Институт. Хорошо. Я не нашел того, что... Да короче, ё-моё. Всё уже. Не надо, это слишком сложно. Чё это я собираю такое? Что надо делать? Моя нога застряла. Охереть. Ну. А, он защищен. Знаешь, после XCOM это говно. Так, давайте-ка не сметь валить мою турельку. Если тебе вот что-то не нравится, иди, пожалуйся в профсоюз. Это меня не ебет вообще никоим образом. А тут я не могу никакую турельку поставить, не? Есть. Первая волна закончилась. Что делаешь такое, скотина? Ай. Давайте вот не будем о плохом. Не знаю, зачем я... Ой-ой-ой-ой.
нахер этих там? Наводнение сраное. Что же вы такие душные-то, парни? Может, я просто по вам не попадаю? Хотя, подожди, ты остался один, что ли? Тогда давайте пошатаемся тут еще. Соберем фрагменты, может, какие. Вот. Чем не тема? Или оно пошло машину валить? Точно, вот мрази. То есть так просто тут пошататься не получится. Обидно. Давайте-ка сюда поставим динамитную. А? А, песики? А помри ты, бестолочь. Что-то их там... дофига. Я еще так, знаете, в гущу зашел. Вообще по-тупому. О! Ну сколько мне еще с вами тут тусить-то? Ванька, и сдохни. Спасибо. Ой, зря я это сделал. Там где-то же аптечка была. Или не было? Ну ладно, больше не стоит попадаться. Посмотри на это говно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ребята. Все, миссия провалена. Ай-яй-яй. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, достаточно, я думаю. На самом деле было довольно весело, но сюда бы подойдет какой-то тяжелый металльчик и более разряженная обстановка. Я просто пришел с учебы, блин, устал как собака. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Мы обязательно вернемся в эту игру и еще покрошим пару десятков, сотен, наверное, этих зомбей. Потому что это довольно-таки весело и довольно-таки успокаивает мои раздраженные нервы. Всем спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.